bellissima. Знаете, мне как-то грустно стало очень. Я все ждал и ждал, пока ваше выступление закончится, вот честно. Вам не понравились наши танцы? Мое сердце, оно пляшет, всегда вытворяет просто такие трюки. А вот на вашем пении оно так под ребро спряталось и дрожало. Я не знаю, я не могу это адекватно оценивать. Не могу. Вы знаете, я вам скажу честно, вот песню вы выбрали правильно. Наконец-то я услышал свой репертуар. Мы ради вас и стараемся. Я вам сразу говорю. Я вам сразу говорю да. Спасибо большое. А вы вообще чем на жизнь зарабатываете? Я учитель физкультуры. А я строитель. Блин, тогда извините, потому что я думал, что, может быть, вы, собственно говоря, решили бросить все это и заняться пением. Ну, просто я не совсем понимаю этот жанр, поэтому, может быть, ну, он как бы мимо меня прошел. Это вообще не юмор, я просто не знаю, за что тут можно там голосовать. Я хочу, Костя, сказать, что это никакой не юмор, это... Это как называется? Настроение, это вот настроение... Должна быть разная музыка. И музыка даже вот такая. Спасибо большое. Спасибо. Ребят, за настроение спасибо, конечно, но за музыку говорю вам нет. Было видно по-честному, что вы кайфуете от того, что вы делаете, и это хорошо. Ну, то есть вы молодцы, вы получили удовольствие. Но вы же понимаете, что это не уровень X-Factor. Ну, мы будем стараться. А можно пожать вам всем ручки? Конечно, можно, да? Конечно. Конечно. Друзья, поддержим. Спасибо огромное. Спасибо большое, ребята. Да. Спасибо. 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 Удачи. Удачи. Спасибо всем. До свидания. А нам было весело. Мы танцевали. Настроение вы видели, какое было. Все зажглись. Это самое главное. Константин выглядит в тысячу.